управления возглавляет председатель его, является Печикина Вера Дмитриевна, у нее уже второе территориальное общественное самоуправление. Это территориальное общественное самоуправление у нас на 11 округе находится. У меня также под ее председательством находится ДОС, набережная 26, очень активная женщина, поэтому прошу ее поддержать. Также хочу сказать, при укрупнении территориальных общественных самоуправлений просто вносится уже администрация изменений в постановление, поэтому само осуществление деятельности ее не меняется. Потому что вот, для того, чтобы поучаствовать в грантах или в каких-то конкурсах, один из критерий, да, чтобы территориальное общественное самоуправление существовало не менее года. Здесь при его укрупнении ничего не меняется, как мы его в 2019 году создали, вот так у нее дата создания в 2019 году.